Давайте, Готовы? раз, Два, два, три. три. А вы на Европе ищете вообще? Я нашел сразу. Я Я тоже нашел. нашел сразу. А Ваня? Ваня, походу, не нашел. Ваня, 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 походу, все. курить пошел сразу. Моментально. Что, давайте а, встречаемся 7, 9, в 8, 5. кабинете. С8. С8. Пизда. Че, куда летим, ребят? За новые подписки, я думаю, половину так же. Ну не половину, я процентов 70 получаю около того. Че, может, пятером в один дом за рыбашами сядем в туалет? Топо. Ну, вообще, типа... Короче, слышите, я предлагаю все на крыле самолета, что встречаемся для начала. Можно общаться на другом языке на каком-нибудь, на секретном. В смысле? И если мы сидим в одном доме, как бы рядом, то ничего страшного. Мы просто... Так а что, тут раз есть правило, то что нельзя, Тим, это... Го, все на крыло самолета, пара. Есть? Вы уверены? Конечно, есть. Ну а где это написано? В меню не написано, допустим. А Ваня тоже с нами? Да, носите чувачка в очках. Не, я слышал то, что на пати серваках играют в две пати вместе. Я курил. У кого какие сервера? На C8. C8 в конце мы все. Да? Да. Да. Прикольно. Вообще все вы? А, понял. Пойду. Типа меня тут совсем в хаймэмэр кинул, наверное. В помойку. Скорее, да. Блин, может, да, как в доте, больше тебя большой рейтинг, или тебя кидают это на раках. Все, парни, пятерочки отбили. Отбили. Лил, дай кулачок. Че, на контейнеры? Че, куда летите? Я сразу прыгаю на домике под собой. Савана, да и я не знаю, но лучше, конечно, донатить. То, что твичи берут за подписку, а с донатов не берут. Кто тоже выпрыгнул? Кто-то точно. Вы не рассматриваете тот вариант, что я вас обманул? Коварно. Так обманывать плохо вообще-то? Найс, вас сделал, мы уже летим. Я выпрыгну через 5 секунд. Я еще реально сразу. Ребята, я вам сразу скажу, идите нахуй. Префом. Идите нахуй. О, ну что за нормальный такой рофл. Блин, Игорь, ну это лучший домик. Идите нахуй, нет. А какие домики? Я выпрыгнул только что. В Ясной Поляне там. В Ясной Поляне экшен. Хуй экшен. Так же в жополе никто из вас не спрыгнул? Да, в жополь, блядь. Ебать там над этим, над развалинами людей выпрыгнуло. Да, я видел. Так а чё, реально меня вступили мои дома? Нихуя себе. Очень мило с вашей стороны. Ебать, я вообще один в жопле. А так там куча ФКшников. Я, кстати, уже в ККатке видел то, что очень много ФКшников. Может, так этот чел, который побеждал, он это, садился как раз. Может где-то. Быть. 13 кило сделал, поэтому. Нахуя я 13 килов? Ну, там сейчас человек 7, наверное, просто ФК. Типа он убил их и победил еще при этом, прикинь. Ну, он не так... Карма не работает на него, походу. Блин, ну, как карма. Бы... Кармак, да. Гримс и без этого по 13 настреливает. Гримс вообще дико какой-то задрот. Блин. Ты видел, как он со снайпы просто дает? Где там просто в каждом, этом, ой. Хайлайте, в недельном, да. Просто он, вот это, как он попадает, и потом это крутит головой, сам удивляется. Он, короче, бегает по горкам, батит на выстрелы типов. В него чел только стреляет, он заметит его, развернется и убьет просто. Типа совсем потный чел? Так вот. Ну он жестко ебашит. А вы где лутаетесь? Получше, чем ты, Игорь. Да ладно. Жиржопники. Домик? Ира, ты с какой целью интересуешься? Просто интересно. Чего, знать уже нельзя? Ты доставщик лута. Парни, как бы, если что, там круг посмотрите где. Ясно. Ладно, чё. Так, а, как рядом со мной как раз. Я прям в круг. Мне вообще рядом со мной. Проблем. Я в центре прям лол. А я дальше, чем в центре. А у меня второй, третий рюкзак. Я уже всего на базы прилутал, тут вообще никто не падал.
под кругом? Ты в этом, что ли? В бункере? Признавайся. Еще бы оружие еще найти. Согласен про оружие. Не, я больше за прицел голосую. Ну похер на этот прицел. Конечно, дробовик с фулл-обвесами, это нормально. Опа! Я тут нашел ВСС. Можно будет стрим снайпить, дрофлить над вами, типа. А, откуда стреляют? Просто интересно. Из говна. Чё? Какой нахуй дождь? У меня дождь идет, у вас нет? У меня снег идет. Ну, у меня дождь со снегом. Мы в одной катке? Походу. У меня нет. Ну, сервер еще расскажите, какой у вас. У меня по PUBG серф. Блин, походу в разных катках. ГГ. Походу. В смысле, в разных. Но мы летели слева снизу, в сторону Ясной Поляны, вот туда по диагонали. Я слева сверху летел. А я снизу вообще летел. Лол. Ну кто вон, Велбер убил вас кого-то? Кто? Не, никто не убил. Велбер 4 убил Edge Day. Чего? В чем там? У меня 95 пропало. Живых. Вот сейчас кастрюлька умер от круга. У меня 74. Кастрюлька от круга умер, так что? У меня тоже кастрюлька от круга умер. Блин, мы играли реально с тобой в одной катке, походу. Походу. Вы меня манули, что вы все на одном? Не, да это мерф, походу, что-то там. Блять, кабасит, что так быстро. Какие у вас сервера? Скажите номера. C8. Все мы на одном. Понял. C8. Все, блять, убил. Ты еще, блять, рофлера? Да. Ух ты, ебать. Я сейчас, блядь, открою стрим, посмотрю, где ты, приеду и ебу тебя. Такие шутки. Блядь, это, конечно, пиздец. Я тут пришел в домик и думал, я тут один, такой умный. Блин, так Мерф реально может с ним снайпить, с ним вообще так нельзя играть. Нечестно. Да, сейчас на втором экране открою один стрим, на планшете другой, на телефоне. Он не до одного из вас не дойдет, чтобы вы понимали уровень его игры. Может, блядь, ПВП на бабки? Ты бабок что ли ПВП? ПВП в этой игре на бабки с ними, это типа, найди их в доме. С Ваней? Это реально едва там. Я ставлю 4 бабки. Ставишь 4 бабки? Блядь, слышите, что несет этот чел? Он ставит 4 бабки, я слышал. Ой, X4 нашел. Бля, так а чё? Я бы не отказался, Виталик, может это? Закладочки туда-сюда? Чё дашь? За что дашь, Виталик? За оружие. Давай, я тебе калаш, а ты мне X4. Да, я нашел оружие. Блять. Бля, дайте прицел, а? Будьте людьми. Так зачем? X4 вообще юзлс. Он вообще никогда не нужен. Да-да. Коза. Слышали легенду про топ-эмку? Да, легендарно. У меня есть это, глушак на снайпу. Интересует кого? Ну ладно, чё. Не, у меня поджопно. Мне можно. Но снайпы-то нет. Там круг чё-то... Признавайте, пока мы её только что дал. Пару раз. Тон а мотоцикле катается. Я только сейчас поехал. А, кстати, моя первая поездка на мотоцикле. Ой, бля, она тебе понравится. Точно? Главное, W не отпускай. W? Вот, просто. Да. Понял. И пробел зажимай. И в пробел, это да, в прыжке надо Ctrl нажать. Да, в прыжке пробел зажимай. Не пробел, а Ctrl. Ctrl и вперед, чтобы... Сука. Да, кстати, это может быть медленный мотоцикл. Интересно. Интересное предположение. Вряд ли. Он бы сейчас был крайне недоволен. Блять. Лол? Я на полном ходу врезался в дерево и как бы ничего не произошло. Это нормально? Это должно быть. Какого хрена на цикле на полном дерево врезался? А я отвернулся типа на тачку глянуть рядом, которая приезжает, и так получилось.
Мы сальто делали на одном мотоцикле вместе. Он падал, разбивался, я на него падал и не разбивался. Найс. Ты ж хп не трать. Вам там в чате пишут, что это нужно реф нажимать во время прыжка. Ваня в круге инфа сотка. Это даже можно. В круге или в круге? Ёбаный в круге, рот, блядь. Конечно. Ёбаный в рот, блядь. Минус Игорь. Нет. Не, пока надписи не было, что Игорь сам. Игорь, мы тебя поднимем еще. Ну да. Не стесняйся, как бы. Контент показывает главное. Если у тебя прицелы, скажи. У меня глушак есть на снайпу, я вам говорю. Я поменяю на что-нибудь интересное. Но у меня коряк. Бать! Серьезно? Да. Красиво играешь. Ладно, блин. Чё у меня тут что произошло? Разворот, переворот случился у меня. Игорь, чё с FPS на стриме? В смысле? Я не знаю. Полный рот, переворот. Боже, меня занесло на повороте, и тачка перевернулась. Это законно? Вот шлюха. Классен. Теперь придется за новой бежать. Лови. Ох, ебать. Нужен кому глушительный пистолет? Ох, да. Ебать. Все мастер стрельбы с дигла. Почти как с этого стреляю, почти как с Авика. Бай, ты чумной просто. Просто чудовище кабач. Спасибо. Да, кабача оскорбил. Ты вообще адекватный? А чё сказал? Это хвальба наоборот. В смысле, чё сказал? Чудовищный силён, типа. Да. Мне кажется, сказал собачье чудовище. Не, нормально всё. У меня дождь просто тут идёт, нихуя не слышу. У меня снег идёт. Холодно, пиздец. Но враги-то тоже ничего не слышат. Лучше поэтому Ваня лежит. Надеюсь, я не перевернусь на этом квадрике еще раз. Кто на мотоцикле жопль приехал сейчас? Я, блядь, я проебался, да? Little bit. О, ребят, представляете, я зашел в домик, а тут это, прицел лежит. Везет. Я думал, Ваня с дробашом. Да, Ваня с дробашом лежит. А мне как раз его-то и не хватало. Найс. Ваня? Ваня или Ванечки? Ваня тоже слышу, как люди стреляют. Ебать Багдад. Ну я, пожалуй, задоджу. Ты рядом? Или ты задоджишь стрельбу? Главное тут проехать сейчас. Это реально не так просто. Да там уже крутые кроются. Да там в дерьмополе, рядом с починками. Починками. Починками? Покушать только. Вы чё кушали, ребят? Я да. Я нет. Я сковороду нашел, могу приготовить. Чё кушал, Игорь? Я просто думаю, чё покушать. Я плов кушал. С леском. Есть плов, но я не хочу. Давай, если ты меня убьёшь в этой катке, я поем плов. Давай. В честь тебя. А если у тебя есть прицел, то ты можешь подойти ко мне и... Ну, флешка не в центре круга больше. Пожрёшь прям там. Игорь, ты можешь в стиме написать там, если что-то. Там, куда подойти там. Да? Что надо. Мне прицел надо. Не, прицела у меня нет. В смысле, так ты говорил, ты нашел прицел? Я могу тебя выложить где-нибудь, хочешь? Не, ну он мне нужен просто. У меня на коряке не было прицела, и теперь у меня есть. Короче, ты подваливай ко мне в дом, выкладывай снизу и уходи. Хорошо. Игорь, а ты что, в двухэтажном доме? Да, мне впадло альтабаться тебя искать. Смысле? А что там выкладывать хочется, собачьи? Прицел. Ну я так выложу, но смотреть на него не перестану. В смысле? Да вы что, не люди? Вы же, блядь, одна команда. Хочется. Вы же, блядь, одна команда. Я согласен, Крем. Друг друга не надо убивать. Нужно давать инфу. Реально, не надо убивать. Давай, что такого? Мы же не вместе, Крем. Че ну да, инфайда. Просто там стреляли где-то на гадке, ребят. Кажется. Ну да. Блин, мне показалось или где-то в карьерах стреляют? Кто-то может патроны на эмку пошарить?
Пошарить? Как будто со СКС кто стрелял. А, это с глушителя было, думаешь? Ну, мне кажется, да. Это типа СКС с глушителем или что? Нет, это не СКС был. Глушитель слишком быстро стреляли. Ладно. Мне кажется, это Сэмки или Саскар. Все, парни, я готов. Куда бежим? Так а вы что, по звуку еще не определяете до сих пор? Куда бежать? По звуку? Но ты с глушителем часто определяешь? С чего стреляют? Ну, СКС прям так бах-бах, даже с глушителем делают. Нет. Да, я знаю то, бах! Что... А МК пил-пил. Можно поставить 40 гривен, потому что... Кто-то стреляет громко, но в тебя не попадает, значит СКС. Можно поставить 40 гривен, то что Ваня и Игорь и Флешка уже в каком-то домике сидят. Ну а ты что, в поле что ли лежишь? А я что? Я что, лишь не знаю. Вань, ты не знаешь? Я давно уже сижу как бы. Я просто очень долго анализировал прошлые стримы. Что-то починка какой-то ебошло. Поэтому у меня самый интересный мне контент. Мне кажется, Игорь Байт. На самом деле не в починках. В смысле? А, ладно. И, видимо, кто-то побежит какой в круг. Какой контент у тебя, блядь? Ну я хотя бы бегаю, что-то чекаю. Как здесь выйти из забора? Фанчик. Игорь, это рядом с тобой фан, походу, там? Не-не-не, далеко. Ну, вот. Да? Ну ладно. Да. Никто не видит машину? Какую нахуй машину? Стрестайперы ебучие. Я вижу свою машину. Не, я просто логический вывод сделал, как бы, если Игорь сидит на втором этаже, хотя... Нет, да он по-любому... Там несколько домов в починках, где люди сидят всегда. Я думал, что он в починках, я думал, в центре круга уже нет. Опа. Ребята, это не вы? Отстойные домики. Не. Да, блядь, я. Блин, опять с глушителем бахают, слышишь, Игорь? Может, это ты бахаешь? Нет. Я по кому-то бахаю. У меня щепетильная ситуация. Ты просто говорил, у тебя... Завалите, завалите. Ты говорил на снайперку. Где мой второй аэродроп? Убивает игрока. Не знаю, где Игорь Кровь. Блять, вы бы знали, что это был за пиздец. Просто нахуй с пляжа. Так, короче, я знаю, где Игорь. В смысле? В смысле? По выстрелу. Я не знаю где-то. У тебя калаш, мне кажется. Я не видел, что ты убил, но, по-моему, у тебя калаш по звуку. Давай не будем. Не, у него не калаш. У тебя пизда. У тебя пизда, Игорь. У тебя пизда. А как чат открыть? Или его нельзя открывать? Бля, настолько вгласило с этого кильчика. Короче, F и Alt F4. Чат открывается. Блин, nice байт, конечно, но извини. Я нажал. Попробуй стоило. Бля, реально клип надо этого кильчика. Это пиздец. Мне кажется, реально видел его зрачок. Когда стрелял. В упор стрелял с прицелом? Да, в упор с прицелом, да. Я ему прям нахуярил в глаз, и он вывалился с балкона. Не, клип реально надо, если кто-то сделает, будет ништяк. Флешка, мы же одна команда, блядь, ты чё не несёшь? В игру догони круг. Блин, Игорь, ну как бы команда командой, но... Что, но? Надо мы должны? Если боитесь, что это проще клипы сделать, и клипы банятся у тебя. Ты вчера меня обидел сильно. Не, я сабов имею в виду. Хотя Игорь вчера обидел. Я думал, Ваня. Но он принял меня в дерьме, потом еще это... Потом еще Ваня поджег. Пиздец. Меня постоянно... Мы сыграли просто. Постоянно меня в прошлый плей. Меня как по всем винят, у меня пиздец этого сгорело. Сашка, не руи. Блин, о, парни, вам походу в круг надо. Блять, ребят. Не в круге. Мне тоже. Может тебя подобрать? У тебя тачка есть? У кого? Рядом со мной чел на тачке, я думаю, у него ее спереди. Тачка есть? Ну, Игорь минус 2 делает. Саскар. Флешка, то ты серьезно? Это не ты, блядь, был? Да нет, конечно, ты чё?
Что за дерьмо? Чувак, короче, ебашит меня на дробовика, перезаряжается, и ты спрашиваешь, тачка есть? Я думал, ты реально ты типа подъебаешь меня так. На измене уже. Блин, такое дерьмо. Я на рофлиш нормально, как бы. Типа выстрелил, тачка есть, выстрелил, тачка есть. Блять, нормальные рофлы. Причем, знаете, что забавное? Я по нему начал стрелять. И он передом ко мне сидел, ебалом. И я ему настрелял половину. О! О! Половину! Так. Тачка есть. Ребят, знаете, какая моя первая мысль? Я бегу по полю. Валяется мотоцикл.